Всем привет, с вами Айсбергер. Я и Беннет выпускаем для вас обучающие уроки, как сделать ваши собственные видео интереснее, красивее и правильнее. Мы тратим на это довольно много сил и времени и никогда ничего не просили у вас. Но сейчас нам нужна, очень нужна ваша помощь и внимание. Пожалуйста, подпишитесь на наш собственный творческий экспериментальный канал HeadArms. Это можно сделать прямо сейчас, нажав вот на этот логотип канала. Нам очень нужна ваша поддержка и эта подписка для того, чтобы на канале HeadArms оформить прямую партнерскую программу от YouTube. Я сейчас подробнее расскажу, что будет располагаться на этом канале и об одном проекте, который мы специально приготовили для вас. Узнаете этого зеленого монстрика? Кто-то уже видел. Микрозомби, мини-зомби, маленькие человечки, как угодно. Это представители нашего проекта Reactor. Именно проекта, потому что мы закладываем очень серьезную идею, очень простую идею. Мы пишем музыку для видеоблогеров. Это может показаться странным. Зачем? Музыки и так полно везде, ее можно найти. Мы сами рассказывали неоднократно в своих уроках, как найти лицензионную музыку. Но оказалось, все совсем не так просто. Музыку очень трудно найти и очень трудно найти подходящую под видеоблог. Чаще всего лицензионная или ту, которую можно использовать без проблем, оказывается музыка, которую нельзя использовать в своих видеоблогах, потому что она просто не подходит по теме. Не хватает именно фоновой музыки. С этим столкнулись мы сами и готовы помочь вам, нашим зрителям. Все очень просто. Мы синтезируем музыку, выкладываем ее на YouTube, вы ее можете скачать и использовать на свое собственное усмотрение, в своих любых работах совершенно бесплатно, потому что каждый трек, музыкальный трек, будет обладать лицензией Creative Commons Attribution. Это очень важно, потому что, имея такую лицензию, вы ее можете указать в ссылке к своему ролику, и YouTube не будет иметь к вам никаких претензий. Музыкальные ролики и сам проект Reactor располагаются только на канале HeadArms. Не на основном нашем канале, на котором выкладываются видеоуроки, которые вы смотрите. Все дело в том, что контент слишком разный, и не хочется все валить в одну кучу. Хочется разделить одно от другого, развлекательное от серьезного и познавательного. Так как на YouTube можно публиковать только видеоролики, поэтому проект Reactor именно видеопроект. В нем есть видеоряд, хотя он не несет смысловой нагрузки какой-то особенной. Это не видеоклипы, это именно музыкальная составляющая, музыка, которую можно впоследствии использовать. А забавный и ненапряжный видеоряд — это только чтобы можно было посмотреть эти видеоролики в свое удовольствие. Хочу сразу сказать, что музыкальные треки не будут ограничиваться только электроникой. Это будет и инструментальная музыка, и другие эксперименты. Так как видеоблогеру может потребоваться любая музыка, любого жанра, под любую ситуацию, мы тоже не будем ограничиваться чем-то одним конкретным. Итак, всю музыку, которую мы публикуем в плейлисте Reactor под логотипом Reactor, можно использовать совершенно бесплатно. Здесь есть еще один очень важный момент. Дело в том, что к этому движению или проекту Reactor могут присоединиться любые творческие люди, которые сами сочиняют музыку. Как это сделать? Опубликовать свою собственную композицию на своем канале, не обязательно использовать наш логотип Reactor, не обязательно вообще нас упоминать. Просто присоединиться таким образом, публикуя свои работы, предоставляя доступ всем пользователям YouTube, русским блогерам, использовать эту музыку в своих творческих проектах. Если вам, нашим зрителям, не безразлично наше творчество, нравятся наши уроки, поддержите наш проект. Reactor же напоминает какое-то меценатство. Мы ничего не просим взамен, мы предлагаем. Используйте, подпишитесь на канал HeadArms. Именно ваша подписка покажет, нужны ли мы кому-то, нужны ли наши идеи кому-то, хочет ли в принципе кто-то делать что-то для кого-то бесплатно или, по крайней мере, просто за спасибо. Ваша подписка на канал HeadArms, даже если вы не меломан или не любите электронную музыку, она все равно нам поможет очень сильно. С самого начала канал HeadArms мы задумывали как площадку для реализации своих творческих замыслов. Всегда есть что-то, что хочется сделать, но выкладывать же не на основном канале, чтобы не пугать своих подписчиков. Так вот, для этого был создан HeadArms. Там есть несколько роликов экспериментальных, творческих, сатирических, политических. Например, все видео на канале HeadArms сейчас не защищено авторским правом. То есть его могут кто угодно копировать, как угодно использовать. Так как мы хотим дать вам гарантии, абсолютно точно, что вся музыка, которую мы разрешаем вам использовать, будет бесплатной всегда,
Для этого нам нужна партнерская программа и авторские права на свое собственное видео и музыку. Без этого, да, проект тоже может существовать, но это не совсем правильно юридически. Я очень надеюсь на вашу поддержку. Очень хочу, чтобы вы подписались на канал HeadArms. Спасибо большое, что смотрите нас. Увидимся в следующих видеоуроках.